Хиросима и Нагасаки. Принято считать, что ядерные бомбардировки этих городов определили исход всей советско-японской войны, как, впрочем, и дальнейшие события. Якобы это та причина, по которой война с японцами была стремительной и, как принято считать, несложной. Неполные 3 недели боев на заключительной стадии, фактически завершенной Второй мировой. Но в действительности такое представление в корне неверное. Рассекреченные недавно архивы говорят в пользу того, что эта война была кровопролитной, и советская армия встретилась с одним из самых жестоких противников из возможных. Японцы, в отличие от немцев, никогда не сдавались в плен. Они воевали до последней капли крови, а выжившие — ожесточенном стиле. Эта война оставила глубокий след в истории и до сих пор остается неразвязанным узлом Второй мировой. А ее последствия продолжают оказывать сильное влияние на современные российско-японские отношения. 9 августа 1945 года на Дальнем Востоке разворачивается последняя битва Второй мировой войны. Верный своим обязательствам по соглашению с союзниками, СССР вступил в войну с императорской Японией. Целью было освободить захваченные Японией территории Китая и Кореи и вернуть утраченные в начале 20 века российские земли. Сражение, которое на Западе прозвали «августовским штормом», было стремительным. Обладая богатым опытом боевых действий против немцев, советские войска серии быстрых и решительных ударов прорвали оборону Квантунской армии и начали наступление вглубь Маньчжурии. Танковые части успешно продвигались даже, казалось бы, в самых непроходимых местах – через пески Гоби и хребты Хингана. Отлаженная за 4 года войны с самым грозным противником военная машина практически не давала сбоев. Но это было только начало. Дальнейшие события, леденящие кровь, изменили ход всей кампании. 8 августа 1945 года. В 5 часов вечера по московскому времени министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов вызывает японского посла Наотаке Сато и вручает ему депешу. Советское правительство заявляет, что с завтрашнего дня, то есть 9 августа, Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией. По японскому местному времени было 11 часов вечера. До наступления Красной армии оставался час. Сам факт вторжения советских войск на территорию Маньчжурии и разгром Квантунской армии, конечно, был для Японии, в общем-то, неожиданностью. Маньчжурия была укомплектована большей частью либо лицами старших призывных возрастов, либо, наоборот, молодежью, не имевшей достаточно серьезного такого боевого опыта. Артиллерийская часть, как противотанковые орудия в японской армии, вообще не котировались. И более того, все ресурсы были направлены на войну с Соединенными Штатами Америки. Отношения Японии с Российской империей, а затем и с Советским Союзом всегда были натянутыми. В 1904-1905 годах в русско-японской войне страна восходящего солнца нанесла поражение Российской империи. Тогда, согласно заключенному Портсмутскому миру, Россия потеряла Южный Сахалин и несколько островов. В годы гражданской войны японские солдаты участвовали в интервенции. Позже растущие аппетиты все ближе подводили Японию к прямому вторжению в СССР. Опасность большой войны существовала с середины 1930-х годов, когда японское вторжение в Китай позволило императорской армии выйти непосредственно к границам Советского Союза и союзной ему Монгольской Народной Республики. Бои на озере Хасан в 1938 и на реке Халхин-Гол в 1939 году стали своеобразной пробой военных сил. Ну, естественно, были расчеты у японцев на то, что эти события как-то активизируют действие, деятельность на советско-германской, это уже в 1939 году, то есть на Западе. Им нужно было еще, значит, проверить, когда были халхин-гольские события, как будут реагировать союзницы.
по антикоминтернскому пакту Японии и Германии. Также было важно показать западным державам, США и Великобритании, что основные устремления не на юг, там, где были интересы этих стран, а на север, против Советского Союза. 3 апреля 1941 года между СССР и Японией был подписан пакт о нейтралитете. Япония, благодаря этому документу, получала возможность продолжать экспансию в Юго-Восточную Азию, избегая военного противостояния на севере. Советский Союз, в свою очередь, получал определенные гарантии, по которым не придется вести войну на два фронта. В июне 1941 года Япония оказалась единственной страной-союзником Германии, которая не объявила войну СССР. Но мало кто знает, что уже в июле 1941 план такой кампании активно обсуждался в японском генштабе. Сразу после нападения Германии на СССР один из участников подписания пакта о нейтралитете, Ясуко Мацуока, предложил воспользоваться случаем и нанести удар по советскому Дальнему Востоку. «Мы должны двинуться на север и дойти до Иркутска. Ясуко Мацуока». Однако, вспоминая позорный разгром на реке Халхин-Гол в 1939 году, вступить в войну против СССР предполагалось в тот момент, когда Германия добьется решающего преимущества. Поэтому, сохраняя напряжение на советской границе, в Токио предпочитали выжидать, несмотря на настойчивые призывы Гитлера. Но после поражения гитлеровцев под Сталинградом и на Курской дуге ситуация кардинально изменилась. Стало ясно, что о победе Германии речи уже не идет, а сама Япония оказалась втянута в изнурительную войну с США и Великобританией. Япония нанесла внезапный удар по одной из крупнейших американских баз в Перл-Харбор. И, собственно говоря, вывела американский флот из строя, ну, где-то на достаточно длительное время, пока американцы смогли его восстановить. И, собственно говоря, на первом этапе у японцев все достаточно неплохо получалось, пока американцы не сумели перестроить свою экономику на военные рельсы. И вот тут после этого уже начинаются те большие проблемы у японской армии. Правительство страны восходящего солнца старалось всячески избежать военного конфликта с Советским Союзом. Японские дипломаты в Москве осторожно зондировали вопрос о возможном посредничестве СССР на переговорах о мире между Японией с одной стороны и США и Великобританией с другой. Взамен Япония готова была предложить СССР выгодные условия, в том числе пойти на территориальные уступки. Но только недавно рассекреченные архивные документы пролили свет на еще один эпизод. В августе 1945 года премьер-министр Японии Фумимара Каноэ написал письмо главнокомандующему СССР. В нем он просил вождя использовать труд японских военнопленных в качестве контрибуции. «Мы демобилизуем дислоцированные за рубежом вооруженные силы и примем меры к их возвращению на родину. Если подобное будет невозможно, мы согласимся оставить личный состав в местах его настоящего пребывания. Рабочая сила может быть предложена в качестве репараций». Позже именно этот документ, жертвующий японскими военнопленными, спасет императора Хирохито от скамьи подсудимых на токийском процессе. Японцы настолько много предлагали Советскому Союзу с тем, чтобы он не вступил в войну, что только перечень этот занимает целую страницу. Они предлагали и заключить договор между Японией, Маньчжоу-го и Советским Союзом. Они предлагали уступить как бы Советскому Союзу и Южный Сахалин, и Курильские острова, лишь бы он не вступал в войну. И целый ряд других там был предложений, которые МИД Японии вырабатывал. Однако во время Тегеранской конференции 1943 года СССР уже обещал союзникам вступить в войну против Японии не позднее, чем через 3 месяца после окончания войны в Европе. Это обещание было подтверждено Кремлем на конференциях в Ялте и Потсдаме. 5 апреля 1945 года СССР денонсировал пакт о нейтралитете, что стало для властей Японии тревожным сигналом.
Однако возвращение утраченных земель и геополитические интересы СССР не единственные причины вступления Советского Союза в войну против Японии. Была и другая – стремление уничтожить последователей нацистов, искоренить фашизм. Япония проявляла не только агрессию, но и чрезвычайную жестокость к нашим людям. Согласно рассекреченным документам, страшные кровавые расправы над русскими японцы совершали еще во время русско-японской войны. Летом 1905 года японская армия высадилась на острове Сахалин. Заняв русскую деревню Владимировка, японцы арестовали 150 человек мужского населения, после чего вывели их в тайгу и всех расстреляли. В российских архивах сохранились уникальные воспоминания местного священника Алексея Троицкого, от которых стынет в жилах кровь. Трупы закопали настолько мелко, что у некоторых погибших ноги выступали из земли. Согласно этим же свидетельствам, японцы истребили весь персонал находившегося там русского военного госпиталя. Жертвами японского нападения во Владимировке стали около 300 человек. Не меньше досталось и другим русским поселениям Сахалина. Вот как это описывается в дневнике архиепископа Ивана Касаткина. На Сахалине не было тогда иностранных корреспондентов, ни перед кем было роль гуманных разыгрывать. И потому японцы показали себя в своем натуральном виде. Массы мирных жителей избивали без всяких причин, женщин насиловали, других женщин и детей рубили и расстреливали так же, как мужчин. Но самый трагический случай произошел весной 1920 года, когда красные партизаны произвели налет на город Николаев в устье реки Амур, разгромив японский гарнизон. Когда уже город заняли наши, они потребовали от японцев разоружиться тем, чтобы их интернировать. Японцы воспротивились и напали на штаб красных партизан. И, значит, началась резня, а потом они подтянули свои силы. И в качестве, да, но погибло много японцев, причем партизаны уничтожали не только военнослужащих, но и мирных, как уже сказано, гражданских японских лиц, за что японцы провели карательные, значит, акции по всей территории Дальнего Востока, не только в Николаеве, но и в Приморье, в Амурской области. Так что всего они убили 5000 человек в качестве вот реванша или мести. Из ранее обнародованных документов известно, что подготовка к войне с Японией в 1945 году велась в режиме строгой секретности. До самого последнего момента о ней знали всего 4 человека. Командующий войсками на Дальнем Востоке маршал Василевский и командующий фронтами Малиновский, Мерецков и Пуркаев. Во избежание утечки информации отправкой бойцов на Дальневосточный фронт занимались сотрудники контрразведки. Всех солдат чекисты отсылали на пассажирских поездах, заполняя вагоны под завязку. А для того, чтобы у гражданских не возникло излишних подозрений, на вокзалах развешивались объявления, в которых говорилось, что все билеты на поезда проданы. Простой по замыслу и грандиозный по масштабу план советского командования – стратегические клещи. Противника планировалось окружить на общей территории площадью в 1,5 миллиона квадратных километров. Чтобы победить, в схватке с 930-тысячной Квантунской армией решено было наносить удары с нескольких сторон. На суше действовали Забайкальский, а также 1-й и 2-й Дальневосточный фронты. С моря – силы Тихоокеанского флота. Войскам Забайкальского фронта предстояло наступать с территории Монголии через пустыню Гоби, преодолеть горный перевал Большой Хинган, а затем выйти в центре Маньчжурии. Сюда же, с Советского Приморья, с востока, должен был ударить 1-й Дальневосточный фронт под командованием маршала СССР Кирилла Мерецкого. Войска 2-го Дальневосточного фронта из Ленинского и Благовещенска должны были совершить вспомогательные удары. Общее командование на себя принял маршал Советского Союза Александр Василевский.
мы не предполагали вообще никакой длительной осады по англо-американскому образцу. Это был блицкриг, как большими клещами один из Приморья, а другой из Байкалии, из Монголии, отрезать практически всю Квантунскую армию с прилегающими к ней войсками, вот, и зажать ее в окружении, чтобы она капитулировала. Вот была наша идея. Но в заданные квадраты перебросить войска оказалось непросто. На восточном фланге в полосе наступления Первого Дальневосточного фронта начался период сильных дождей. Начались дожди. Дожди сдержали темп наступления. Но сдержали. Они не остановили наступление. Наступление все равно не прекратилось. Оно продолжалось. Невероятно, но закаленным в боях с немцами авангардом Первого Дальневосточного фронта уже на следующее утро после выдвижения удалось продвинуться вглубь на 60 километров. Позже командир 1336-го стрелкового полка Георгий Савокин об этом напишет. Если бы мне раньше кто-либо сказал, что мой полк пройдет по горячим пескам, по горам и ущельям со скоростью марша до 65 километров в сутки с ограниченным запасом воды и такой нагрузкой, я бы ни за что не поверил. Великий Суворов был мастером больших переходов, но он водил натренированных солдат, служивших 20-25 лет, а у меня в полку была молодежь 1927 года рождения. Прорыв наших войск в район Муданьцзяна через непроходимые горы, болота и тайгу стал для японского командования шоком. Здесь в очередной раз проявилась вот недооценка и советского военного командования, советского военного планирования и в конце концов боевого духа, выучки советских солдат. Поэтому, в принципе, да, вот в очередной раз японское руководство, генералитет и офицерский состав были удивлены. Всего на усиление дальневосточной группировки советских войск были отправлены свыше 400 тысяч человек, 7137 орудий и минометов, 2119 танков и САУ. Общая численность советской группировки на Дальнем Востоке доходила до 1 миллиона 580 тысяч человек. На вооружении советских войск находились более 26 тысяч орудий, 5,5 тысяч танков и САУ, почти 5400 самолетов. На вооружении японцев находились 6260 орудий и минометов, 1150 танков, 1500 самолетов. Было очевидно, что японское вооружение и техника значительно уступали советскому. Это понимал и командующий Квантунской армией генерал Атодзе Ямада. Вот только он делал ставку не на вооружение армии, а на преданность и фанатичность японских солдат. Ямада был уверен, что благодаря стойкому характеру, а также навыкам фехтования и рукопашного боя, его солдаты всегда будут побеждать в ближнем бою. И у него были на то основания. Послушайте, как после боев с японцами в 1939 году на реке Халхин-Гол о боеспособности японской армии отозвался маршал СССР Георгий Жуков. Японский солдат хорошо подготовлен, особенно для ближнего боя, дисциплинирован, исполнителен и упорен в бою, особенно в оборонительном. Младший командный состав подготовлен очень хорошо и дерется с фанатическим упорством. Как правило, младшие командиры в плен не сдаются и не останавливаются перед харакири. В СССР не сомневались. В августовской кампании 1945 года Красной армии придется столкнуться с весьма грозным противником. Несмотря на неравность сил, враг оказал фанатичное сопротивление. Чтобы японские солдаты не бежали с поля боя, военное командование приковывало их к ограждениям цепями, оставляло оружие, и бойцы страны восходящего солнца были вынуждены стоять до конца. Действительно, такие случаи были. Когда и смертники просто-напросто оставались брошенными для того, чтобы погибли, но не сдавались. И были множество случаев, когда приковывали солдат, чтобы они не бежали. Моральный дух японских войск очень быстро под ударами наших войск как бы снизился в целом.
Но отдельные группировки действительно имели самурайский дух и могли очень упорно сопротивляться нашим войскам. Ситуацию на фронте усложняло и то, что в каждой японской пехотной дивизии был батальон смертников. Добровольцы проходили специальную подготовку, главным принципом которой было самоотречение. Недостаток сна, воды и пищи в совокупности с изнурительными тренировками не просто меняли отношение к смерти, они делали ее долгожданной. Впрочем, настрой смертников создавал и древний кодекс самурая Бусидо. Смерть легче пуха. Ты ее даже не почувствуешь, поэтому бояться умереть не стоит. Все произойдет мгновенно, и душа твоя обретет вечность, а имя – уважение в обществе. Сухопутные камикадзе, как их называли советские солдаты, обвязывали себя гранатами и бросались на наших солдат и под танки, подрывая себя зарядами. Вот что об этом говорилось в донесениях советских солдат с советско-японских фронтов. Много было обнаружено одиночек, хорошо замаскированных и расположившихся непосредственно у дорог с целью диверсий. Эти одиночки, так называемые смертники, подвешивали на себя тол с взрывателем и при удобном случае бросались под танки, а иногда в группу людей, которую подрывали, жертвуя собой. Атаки могли быть и массовыми. 9 августа 1945 года во время танкового наступления советских войск на Маньчжурию одновременно 200 японских камикадзе кинулись на наши танки. Однако в качестве смертников в борьбе с Красной Армией японское командование использовало не только людей, но и специально обученных собак. Мы поделились этой технологией немцев и предоставили им 25 тысяч собак. Как вообще тренируется собака как таковая? Под танком размещается еда в контейнере работающем, и собака добегает до этого танка. Там все гуманные разговоры о том, что там что-то подрывает там, заряд, когда она подбегает под танк, там нажимается на рычаг, он падает, собака убегает. Это еще были похоронены в 1941 году. На самом деле собака погибает, вот, она подбегает за пищей под этот рычащий танк, вот, и там взрывается. Правда, во время боев за Сахалин советские бойцы сумели разработать тактику борьбы с камикадзе. Впереди танков наступали небольшие отряды пехоты. Они уничтожали смертников стрельбой из автоматов. Уже после этого советские танки приближались к укреплениям врага на расстояние прицельного выстрела и открывали огонь по целям. Вот только камикадзе были не единственной проблемой. На крышах домов, деревьях, чердаках мастерски работали японские снайперы. Вот как это описывалось в донесениях советских солдат. Созданные и обученные заранее команды снайперов находились на крышах и чердаках домов. Огонь старались вести преимущественно сзади, в затылок. Широко применялись действия мелких групп и солдат-одиночек в нашем тылу. Основная задача – уничтожать офицеров, а также водителей тракторов и автомашин, применяя кукушки на деревьях. Этот редкий сохранившийся снимок одновременно шокирует и приводит в восторг. На нем видно, как вертикальный подъем, словно профессиональные скалолазы, осуществляют советские пехотинцы. В полной амуниции и с оружием в руках бойцы без какого-либо альпинистского снаряжения взбираются, рискуя в любой момент сорваться вниз. Во время подъема почти всем его участникам пришлось действовать на пределе человеческих возможностей. Приходилось спускаться на зигзагах, также использовать тросы, использовать другие какие-то подручные вещи, подручные средства для того, чтобы техника не катилась. Потому что на подъеме, на спуске тормоза очень часто подводят. И, собственно говоря, удержать машину было, конечно, крайне тяжело. Но, в общем-то, эта задача была решена. Переправа машин через Хинганские горы стала не единственным препятствием на пути советских войск. Технику сильно тормозила и нехватка горючего. Здесь выручил опыт, полученный в ходе войны с нацистской Германией. Доставка топлива была налажена при помощи авиации. Самолеты на равнине садились. Это все потом автомобилями доставлялось до места, куда надо заправить эти танки. Это тоже действительно очень сложная была операция, но она была заранее спланирована, все это было
предусмотрено и, по сути дела, не задержало наступление наших войск после преодоления Хинкана. В это же время разведка Тихоокеанского флота по агентурным каналам получила тревожные вести. В тылу наступающей Красной армии активизировалась целая сеть хорошо обученных японских разведчиков и диверсантов, готовых в любой момент нанести сокрушительный удар. Отряды диверсантов теряются в тайге. Оттуда они атакуют коммуникации Красной армии, рвут связь, обстреливают колонны, взрывают склады. Подрывная деятельность японских диверсантов против сил Красной армии сильно затрудняла продвижение советских войск. Чтобы остановить японцев, действовать необходимо было стремительно. У контрразведчиков СМЕРШ появился план – обезглавить японскую агентурную сеть, ту самую, куда тянулись все агентурные нити со всего Дальнего Востока. Сделать это можно было, захватив основную из них – военную японскую базу, находившуюся на корейском острове Сейсине. В Сейсине находилась база военно-морского флота Японии. И именно через этот пункт осуществлялась связь с метрополией. Вывозились наиболее важные документы, перебрасывались войска. Но из ранее рассекреченных документов сегодня стало известно. В диверсионной деятельности против СССР участвовали не только японцы, но и наши соотечественники. Но кто они? И неужели они воевали против русских на стороне Японии? Победа большевиков в гражданской войне в России вынудила сотни тысяч русских покинуть страну. И если многие русские эмигранты в Европе в своей борьбе против СССР сделали ставку на Гитлера, то те, кто осел на Дальнем Востоке, выбрали себе в союзники Японскую империю. Русские были, возможно, единственными европейцами, кто добровольно пошел сражаться за создание Великой Восточной Азии под эгидой Японии. Однако преследовали они свои собственные цели. Эти редкие архивные кадры мы показываем вам впервые. Это те самые белые мигранты или русские самураи, как их еще называли, воевавшие во Второй мировой на стороне императорской Японии против советских войск. Причем, судя по сохранившимся донесениям и приказам с фронтов советско-японской войны, русские беглецы оказывали яростное сопротивление наступлению наших войск в Маньчжурии. Они были в составе японских войск. Но кто ими командовал? Кто обмундировал и вооружил? Японцев было целью вовлечения, включения Советского Дальнего Востока и Сибири в состав японской колониальной империи. В действительности это была колониальная империя. И они использовали белогвардейцев, во-первых, как разведчиков, как диверсантов. Они включались в авангардные части и подразделения, которые должны были первые врываться на советскую территорию. И это были не вспомогательные какие-то, значит, подразделения, они включались в боевые порядки японских войск с 1941 года. С белыми мигрантами, жившими на северо-востоке Китая, в Маньчжурии, японцы налаживали связи еще с 1920-х годов. Когда в 1931-м Квантунская армия оккупировала этот регион, значительная часть русских жителей оказала им поддержку в борьбе с китайскими войсками. На территории Маньчжурии и внутренней Монголии было провозглашено марионеточное государство Маньчжоу-го во главе с последним китайским императором Пу-И. Однако реальная власть находилась в руках японских советников и командования Квантунской армии. Но какие общие интересы были у русских с японцами? Общие интересы были в сокрушении Советского Союза. И в первую очередь, естественно, советской власти. И восстановление бывших порядков. У белогвардейцев цель была вернуть свои привилегии господствующего класса. А у японцев было превратить нашу страну в колонию и выкачивать ресурсы. Японцы активно привлекали русских эмигрантов к сотрудничеству со своим разведывательным бюро в Маньчжурии, японской военной миссии в Харбине. И не случайно. Вот что о русских беглецах писал руководитель бюро Мититара Камацубара.
Они готовы на любые материальные жертвы и принимаются с радостью за любые опасные предприятия для того, чтобы уничтожить коммунизм. Посмотрите, это уникальное архивное фото мы публикуем впервые. Именно так выглядел легендарный отряд «Осана», состоявший преимущественно из русских. В разное время он насчитывал от 400 до 3500 человек. Но самое интересное – это его задачи. Бойцы этого засекреченного подразделения готовились к проведению диверсионно-разведывательных операций на территории советского Дальнего Востока в будущей войне против СССР. Осановцы должны были захватывать или уничтожать мосты и важные узлы коммуникаций, проникать в расположение советских частей и отравлять там пищеблоки и источники воды. Сохранились сведения и о боевых столкновениях бойцов отряда с противником. Так, в ходе боев на Халхин-Голе кавалерийский отряд Монгольской Народной Республики столкнулся с кавалеристами осановцев и принял их за своих. Эта ошибка стоила жизни почти всем монгольским солдатам. Они были одеты в форму манджаугу, буквально из десятка человек напоролся на такой же отряд монгольской народной армии. Вот. И те сразу не разобрались, увидели русских. И, естественно, были застигнуты врасплох. Несколько монгольских военнослужащих, они были зарублены. Один офицер взят в плен, вот. Остальные бежали с поля боя. 12 августа 1945 года руководитель контрразведки СМЕРШ Тихоокеанского флота Дмитрий Мерзленко ставит оперативной группе под руководством капитана Николая Семина и лейтенанта Михаила Крыгина сложную задачу – захватить разведывательную базу японцев в Сейсине. Необходимо было обезвредить сеть вражеских агентов и диверсантов, способных помешать нашему контрнаступлению. Вначале планировалось высадить достаточно серьезный отряд, и потом командование отказалось от этого. И решили провести внезапную операцию малыми, скажем, силами, но для того, чтобы в первую очередь захватить секретные документы. И эта операция, она, собственно говоря, удалась. Для поддержки контрразведчиков выделяется 140-й отряд особого назначения под командованием героя Советского Союза Виктора Леонова. Ровно в 7 утра 13 августа 1945 года, взяв курс на Сейсин, 10 торпедных катеров со 181 пехотинцем на борту покидают остров Русский. Через 6 часов десант вышел к порту на Корейском побережье. Под завесой сильного тумана катера ворвались в гавань. Не ожидавшие такой дерзости японские солдаты пропустили, как советские десантники за считанные минуты прорвались в центр города. Японцы понимали, что если они не удержат этот рубеж, то положение Квантунской армии ухудшится. Ставка лишится возможности из первых рук узнавать, что происходит в северо-восточном Китае. Поэтому, конечно, здесь речь шла о перспективах Японии в войне. В этом кровавом сражении особую роль сыграл лейтенант Крыгин. Своих бойцов он отправил к гавани, а сам остался прикрывать тыл. Когда боеприпасы закончились, лейтенант вытащил из ножен убитого японца саблю и успел ликвидировать еще одного врага. Именно в этот момент Крыгина настигла смертельная пуля. Позже лейтенанту присвоили звание Героя Советского Союза посмертно. Битва за корейский город Сейсин стала одной из самых ожесточенных для советских моряков. После артиллерийского обстрела с моря командованием флота было принято решение высадить небольшую группу десантников на берег. Затем ее должны были нарастить. Но не всем планам суждено было сбыться. В итоге в неравной схватке сошлись 180 советских разведчиков против 6 тысяч солдат японского гарнизона. Японцы пытались прорваться к кораблям. Добравшись до них по двум мостам через реку, можно было эвакуироваться. Однако вовремя подоспевшим батальонам советской пехоты удалось сдержать натиск японцев. Успех Сейсинской операции, ставшей первой масштабной операцией Тихоокеанского флота, имел огромное значение. Взятие Сейсина позволило нашим войскам сохранить высокий темп наступления на корейском направлении. Из занятого Сейсина были отправлены советские десанты, в частности, гэндзанский десант, который не позволил японцам эвакуировать войска в Японию. В итоге сопротивление противника было сломлено.
Мы смогли отсечь японцев от возможности уйти, соответственно, с территории Кореи. Это первый момент. И второй момент. Они же потеряли возможность получения боеприпасов, соответственно, продуктов питания и многое другое. И за счет этого японское пришлось сдаваться. Уже 14 августа положение Квантунской армии было таково, что она запросила перемирие. Но фактически японские подразделения продолжали бои. И это развязывало руки советским военачальникам для завершения задуманного. 18 августа началась Курильская десантная операция, в ходе которой от японцев были очищены Курильские острова. В ходе одновременно развивавшейся Южно-Сахалинской операции под контроль советских войск перешел Южный Сахалин. 19 августа 1945 года в Мукдене в плен был взят император Маньчжоу-го Пу-и. Уже 20 августа советским войскам удалось продвинуться с запада вглубь северо-восточного Китая на 800 километров и на 300 километров с востока и севера. После выхода Красной армии на Маньчжурскую равнину японские войска были раздроблены на отдельные группы и окружены. Основные боевые действия разгрома Квантунской армии были завершены за 12 дней. Образец подлинной молниеносной войны. 2 сентября 1945 года в 9 часов утра по токийскому времени на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Именно в этот момент закончилась Вторая мировая война. СССР вернул свой состав территории, аннексированной Японией у Российской империи. Южный Сахалин и основную группу Курильских островов. Кроме того, в состав СССР вошла закрепленная за Японией Симоцким договором южная часть Курил. Эту потерю Япония пытается оспаривать до сих пор. Эти кадры знаменитого парада Победы на Красной площади облетели весь мир. 24 июня 1945 года к подножию Мавзолея советскими солдатами были брошены гитлеровские штандарты. Ценой огромных потерь СССР победил страшного врага, захватившего всю Европу. Но мало кто знает, что такой же парад победителей состоялся 16 сентября в Харбине. Советские войска, победа которых над Японией поставила точку во Второй мировой войне, прошли парадным строем по городу веселых мертвецов. Именно так переводится «Харбин» на русский язык. Улицы были переполнены людьми, вышедшими приветствовать русских освободителей.